Добро пожаловать на просмотр нового видео, и сегодня вас ждет крутая РПшка по Motor Depot. Сейчас я нахожусь вот у такого вот магазина шаурма номер один, купил там кофейку, и сейчас пойду к автобусу. Начался рабочий день, вот я стою на автовокзале, на автобусном вокзале, вот на таком вот пазике, и сегодня я поеду развозить пассажиров по городу. Вот стою я вот на пазике таком. Так, давайте, я его сейчас поставил, не глушил даже, чтобы он не заглох, и по-быстрому купил кофе. Так, давайте садимся, сейчас посмотрим, вот такой вот пазик у нас. Так, давайте открываем двери, пусть народ садится, и поедем. Сейчас у нас вот такой вот снег идет, включаем свет. Так, и все, давайте закрываем двери и трогаемся. Поедем сегодня аккуратно. Буду сегодня соблюдать все правила дорожного движения. Так, слева никого нету. Останавливаемся. Жигули едет. Так, и выезжаем. Вот это вот у нас новый пазик, на который вчера был обзор. Вернее, не на пазик, а на обновление. И он там был. Так, давайте все, едем. Сейчас будем проезжать мимо главной автобазы Серпова. Ну и самого Серпова мы, понятно, сегодня выезжать не будем. Так, давайте поворачиваем, как и эта жигулишка. Так, что у нас по бензину? Нет, заправляться не надо. Я еще утром заправился. Ранним утром. Так, сейчас-то у нас сколько? Вот почти уже 8 часов. Так, давайте едем. Нужно будет еще пассажиров высадить возле базы. Так что сейчас нужно будет немножко прямо проехать. Так, давайте поворачиваем. Вот, как видите, остановка стоит. Вот было бы круто, если бы разработчик сделал еще такие таблички над остановками с названиями. Так, все, давайте открываем двери. И ждем пассажиров. Так, ну вот. Все сели. И давайте выезжать. Так, по зеркалам, конечно, ничего не видно. Но давайте разворачиваемся. Все, благополучно развернулись. И сейчас поедем в город. Наш новый город, где там появились магазины Магнит, Сбербанк, Почта России. Сейчас мы вот туда поедем. Так, давайте посмотрим, как это все выглядит снаружи. Такой вот базик у нас. Так, ну давайте. Мы договорились, что будем соблюдать все правила дорожного движения. Не будем отвлекаться от руля. Так, у нас следующая остановка, это первая остановка вот в городе. Вот уже народ стоит. Так, все, пусть садятся. Давайте я вам покажу. Вот такой вот у нас пазик с включенным светом. Так вот это все прикольно выглядит. Так, ну все, народ у нас сел. Жалко, зеркала не работают. Так, машин нету, приходится так вот смотреть. Все, выезжаем. Едем к следующей остановке. Так, сейчас у нас будет поворот, знак «Уступи дорогу». Так, смотрим по сторонам. Так, слева машина вдалеке едет. Так, ну и москвич поворачивает. Не сюда. Так, все, выезжаем. Вот, сейчас мы будем ехать мимо вот как раз Почты России, Магнит, Сбербанк. Так вот, прикольно. Так, здесь у нас начинается зона вот гаражей. Так, там УАЗик едет, но у нас главная дорога. Так, выезжаем. А, это не УАЗик, это шестерка ехала. Извиняюсь. Так, вот следующая остановка. Так, тут никого нету. Но может кто-нибудь будет выходить. У нас тут газик едет. Такой вот пазик, не хватает этих висюлек. Всяких вот тут паласы ложат иногда.
Вот сам видел в пазиках. Так, никто не едет, выезжаем. Снежок идет, так что у нас по времени уже 10 часов, а нет, еще 9:30. Так, ну и давайте едем. Так, у нас главная дорога. К тому же он поворачивал, там москвич ехал. Так, здесь у нас уже более старый район такой идет. Вон, видите, дома пошли старее, вот слева. Так, ну давайте поворачиваем. Притормозим, сейчас поедем по набережной. Там никого нету, там тоже все, выезжаем. Вот не хватает здесь какого-нибудь русского радио. Вот, кстати, магазин еще красный и белый. Давайте едем. Вот у нас там справа леса идут за рекой. Так, ну и давайте сейчас по набережной поедем. Побыстрее, ускоримся. У нас сейчас пойдет парк вот слева. Серповский. Еще скоро будет танк. Кто знает, вот здесь памятник есть такой. Так, и там у нас остановка уже виднеется. Так, давайте включим поворотник, чтобы знали, что мы сейчас будем останавливаться. Так, ну и давайте так вот плавно заезжаем. Все, остановились. Так, все, давайте. Выходите, кто будет. Так как на остановке никого нет. Так, все, езжаем дальше. Вот сейчас у нас вот часть пути немало будет идти вот по набережной. Кто помнит, здесь у нас была одна РПшка. Какая, пишите в комментариях. Вы помнить должны. Так, ну и давайте едем. Вот у нас 5 почты России здесь. Сколько здесь много почтовых отделений. Так, вот эти повороты здесь почему-то не прочищены как следует. Вот у нас уже пошли многоэтажки здесь. Слева, как видите. Такой спокойный день. Вообще никого нету. Вот сейчас будет следующая остановка. О, вот машина едет наконец-то. Москвич. Так, ну и давайте. Встаем. Все, пусть люди заходят, выходят. Так, там у нас никто не едет, чтобы сразу знать. Все, двигаемся дальше. Сейчас мы поедем в самый, так сказать, навороченный центр Серпова. Это вот пойдут такие вот многоэтажки, кастомные. Вот. Так, у нас тут поворот сейчас будет. Машин там не ехало. Сейчас немножко даже разгонимся. Хотя будет резкий поворот, но думаю, тормоза пазика сработают. Так, давайте притормаживаем. Здесь у нас вот такой вот причал идет для кораблей. Так, все, едем. Вот такие вот, видите, массивные здания слева. А справа вот идет вот промзона. Склады, ТЭЦ. Вот у нас будет скоро. Итак, тут по пути остановок вроде бы не будет. Возле вот промзоны. Так, вот началась сама ТЭЦ. Вот как это все тоже массивно выглядит. Так, у нас что-то камера завертелась. Так, сейчас нам нужно будет повернуть налево. Так, так, притормаживаем. Так, сейчас у нас пойдет ПЧ города Серпова. Пожарная часть, другими словами. Вот. Жалко, нету здесь работы пожарным. Я бы в момент бы начал эти РПшки снимать. Вот у нас здесь тоже идет промзона такая. И дома поменьше, вот там идут уже школы, всякие образовательные учреждения.
Таки мы выезжаем к главной площади города Серпово. Вот, сегодня я даже такую небольшую экскурсию для вас провел. Так, все, выезжаем. Вот это вот самая длинная дорога между остановками. Сейчас вот больше поворотов, чем остановок. Здесь у нас вот идет вокзал. Так. И сейчас мы будем уже возвращаться на ту базу. Вернее, не базу, а автовокзал. Так, ну здесь еще можем было взять остановку у вокзала, но здесь перейти дорогу буквально в двух шагах отсюда. Так, ну и давайте уже встаем на эту базу. Почему я все базы называю? Автовокзал. Вот. И высаживаем народ. Так, это был первый круг. И вот сейчас так буду до самой ночи ездить. Сейчас вот 12:30. Все, народ выходит. Сейчас можно выйти немного погулять. Вот такой вот небольшой маршрут. Такой, так сказать, вокруг самого города Серпово. Мы вот по кругу сейчас, по сути, проехали так. Не по самому городу изнутри, а вот именно обогнули его. Что ж, вот такая вот получилась РПшка. Небольшая, конечно, но, думаю, весьма интересно. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать уведомления. Ставьте колокольчик. И всем пока!